Еще одна интересная модель от Куб. Велосипед на колесах 27,5 дюймов. В арсенале имеется оборудование профессионального класса, хорошая вилка RockShox, гидравлические тормоза, двойные обода и очень легкая рама из алюминия, благодаря которой вес модели всего 13 кг. Acid – дорогой велосипед. Он рассчитан на активное катание в стиле кросс-кантри по разным дорогам, тропинкам, песку и в дождь. На тестах ходовая показала себя с хорошей стороны. Самый большой на сегодняшний день диапазон скоростей – 30 позиций. Как нельзя лучше подходит для преодоления сложных участков дорог. Велосипед не зарывается, наоборот, хорошо проскальзывает по грунту, отлично цепляется покрышками даже за мокрую поверхность. Вес позволил легко маневрировать, резко поворачивать. Вообще велосипед склоняет к агрессивному стилю катания. Уже не хочется ехать по корням, когда можно сделать банни-хоп. На этой модели прыгать очень легко. Есть и блокировка вилки, вынесенная на руль, что особенно приятно при скоростном катании.